нас едут самые отважные, которые могут ехать. Так, у нас Женя будет пробивать. Снега очень много. Как поедут наши стоковые автомобили? Посмотрим, проверим. Друзья, привет! Сегодня хорошая погодка, морозец. Едем справлять день рождения. Жарим шашлык, пьем чай. Безумие, отвага с нами. Вам приятного просмотра. Впереди у нас прошел Соболь, мы на Тойоте и чувствуем проблемы. Прям тяжело, очень тяжело автомобили идут. Ну что, ни ВАЗМО не едет, пока к клиренсу не умещается. Зацепили новый трос, это мы Юле на день рождения подарили, но будем испытывать. Цепляем за буханку и ходом будем. Езжай только ходом. Вот так вот пойдет. Я не знаю, машин там еще сзади нас стоит очень много, и кто как поедет, вообще никто не знает. Высокий клиренс, смотрите, нам такого и не снилось. Для Нив супер тачка, супер. Не проходит. Вот на этой Ниве лифт 5 сантиметров, по-моему. Ни блокировок, ничего. Вот смотрите, за нами уже Нивы едут легче. То есть наша Нива 31 прошла, кренька притоптала, и уже Нива едет, может. Ну что, едем спасать остальных участников. Сейчас мы опять натопчем, посмотрим, какие проблемы. Так, не вас впереди едет. Ну и заодно посмотреть, как Тойотка. Привет. Сейчас мы не вас объедем, да, Руслан? Можем объехать? Сила. Так, сейчас посмотрим, какие проблемы, трудности у других у нас участников. Вот что значит дизель, да? Все равно тяга такая чувствуется. Так, а что, надо, наверное, вот этих ребят спасать. Они лишь на подъеме стоят и не могут выехать. Это что? Это Тойотка. Тойота управляет мечтой. Не, вообще красавчик, катается. Да, ему вообще на лайте, походу. Так, у нас еще ребята там стоят, потому что никто проехать не может. Так, Нивка на узкой резине. Тут стесняться не надо, надо топтать. Все. Так, Даста 2 литра. Давай, Леха. Может. Эх, чуть-чуть хотел подтолкнуть. Может. Отлично. Только так, не останавливаться. Эх, наверное, все. Перехвалил Даста, перехвалил. Леха, перехвалил я тебя! Ну, чуть-чуть. Я говорю, Даста, может, перехвалил. Ну все, сел. Так, напомню, у Алексея мы на последних покатушках у нас оторвался бампер. Середина. Так как нет, да, Алексей, у тебя защита там какой-то металлической, правильно? Да. Ну да. Настолько плотно у нас прилип Даста, что даже Тойота его никак не зернет. Вот это да. Мы первые здесь проехали, как бы проблем не было. Все, отлично. Погода супер, ребята. Супер. Смотрим, как китаец. Давай, газу. Давай, езжай. Молодец, отлично. Так, у вас патриот, отлично. Давай. УАЗы, посмотрите, могут.
Так, здесь уже более-менее лучше. На своем супер автомобиле. А это не Женя. А, вот это тебе Ниссан. Я думал, что Женек. Понял. Отлично, отлично, супер. Сейчас, я думаю, поедем, поедем. Колонна уже более-менее в пути. Дастер с оторванным бампером решили оставить здесь, развернуть и оставим здесь. И вот опять, видите, проблема. Сейчас опять оторвал? Да, Лёв. Да заебало, блядь! Нет, только... надо очистить, вот этот бугров вообще не должно быть. И тебе надо вот сюда было. Давай, 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 давай. Отлично, отлично, отлично. У вас на все газах. Давай, 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 не поклини немножко. Вроде пошел. Молотик, молотик. И все, и до конца газ не отпускать. Поднимаешь снег до снега, и с тобой тяжело ехать. Да, из-за этого у меня колея не совсем стандартная. Ну ладно, все равно, пока, пока движемся, пока движемся. Пошлите смотреть обстановочку. У нас Соболь, который первый бьет дорогу. Нас жесткий, смотрите, вот я иду, в принципе, не проваливаюсь. Дорогу, то есть Соболь, который дорогу нам пробивает, он стрял. Его буханочка сейчас подтянет. Так, китайцы, что у нас китайцы? Ну, в принципе, они проезжабельны. Пока едем. Так, что здесь у нас? Дастер. Колее стоит. Седан всех развернулся, приехал, помог. Так, 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 так. Тут и лыжники приехали. Лыжники скажут, вот всю дорогу сломали. Так, что здесь у нас? Он-то может и пробьет. Охо-хо, как мы жестко тут сидим, ребята. Ты что, мне Ниву засадил? У тебя водитель, видишь, молодец. Молодец. Так. В самой канаве. А это ее сюда сейчас стащил, или так, когда Ниву дергали. Так, смотрите. Глубина. 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 Глубина снега. Сегодня у меня сын водитель. Расскажи первое впечатление, как? Сложно очень было. Сложно? Вот. Ну, практика все равно есть, да? Угу. Все, пошли дальше. Ульяновский автомобильный завод рулит. А все нормально будет? Конечно. Так, буханка вся заблокированная. Все, там путем у него. Сзади раз блокировка стоит, впереди, по-моему, самоблок. Динамка прям трещит. Стой, 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 Валентин. Давай, я цеплю, подожди. Вот
это да. Так, что здесь? Ох, какой. Нам надо двигаться дальше. Блин, ну Соболь, конечно, может. Ну да, он где-то на это бугор, да? Ну там, да, какая. Он там прыгает по земле. И вот тут он посидел в нескольких местах на земле. Ну как у нее тут? 3 метра, наверное. А вы сколько травитесь обычно? 0,8. 0,8. До точки доедем, тоже травимся. А там посмотрим, да? А там видно будет. А там качаться надо будет. А там уже домой. Это электроквинч обычный. Где? Самое продаваемое в России. Федан, расскажи в двух словах. Уже попробовал уже про лебедочку. Как? Лебедки, ребята, отличная. По две машины за раз вытягивал. Цеплялся по две машины, причем машины тяжелые. И работает, не подводит. Что там за пульт? Это родной, да? Да, это родной с лебедки. Mm. Еще радиопульт, но я люблю вот такие пульты. Ради понял. Пульт, то есть ты пока доволен, да? Отлично. Ну, понял. Сидит. Я не знаю, кто здесь как вообще проедет. Я вам показывал здесь. По пояс я сидел. Да. Жестко. Засадили, ребята. Покажу еще раз. Выше колена, ребята, выше колена. Давай, максимально. Стой! О, она сама у нас ехала, вот это да. Но все равно. Зацепим. Все, вытягивай. Все, садись, сынок. Газу, Леха! Давай, не вас! Вот так, красавчик! Не выможет. Не, блокировки, блин, помогают однозначно. Однозначно, супер. Ага, отлично. И это чистим. Ну и тем более после Исуза. Вот, видите, на днище. Садится и все. Но еще шевелится. Так потихонечку, я думаю, получится у него проехать. Давайте еще разок посмотрим. И это все, едем до места жарки шашлыка. Где будем жарить шашлык, пить чай. О, молодец. Практика. Тем самым набиваем все практику. И не боимся. Глубже, мельче. Знаем, что мы друг друга вытащим. Вот, видели? Отлично. Принято решение. Дальше не едем, потому что не проезжабельно. И там Соболь стоит. Решили здесь базируемся, разжигаем угли. Жарим мясо, разжигаем самовар, пьем чай. Вот, пока погодка хорошая. Потом разворачиваемся и едем назад. На это нужно тоже очень много времени. Военные мосты, заварки, передние, задние заварки. Двигатель течет там 79 лошадиных сил. Травлена резина, прогазовочки и все, и попер. А, красавчик. Бесполезно. Здесь хрея земля. Я просто повис днищем на землю. И, а я вот, видишь, в клею на землю встал. И все. И не едет. Здесь Жень тоже не мог проехать. Там, где у нас не вас сидел. Турик. Тоже пока не едет. Стоит на подъеме, колеса вращаются, но не едем. Кузов поднял максимально, и даже
Даже. Ты расскажи свою проблему, чтобы люди знали, чем заправляться, в двух словах. Солярки хорошие. Да, и что у тебя случилось? ТНВД разлетелось, алюминиевое, рассыпалось. Мыл полностью всю систему, топливную, бак снимали, все мыли. То есть соляру с рук покупать опасно? Да. Да, нужно заправляться на заправках, да? Во-во-во, вот это именно. Надо заправляться на заправках, а не покупать, блин, во всяких гаражах, блин. А, ясно. Ладно, сейчас, вон, дергать тебя будет, наверное. За Ниссанчик цепляйся. Так, Алексей у нас разжигает угли. Процесс идет? Да, потихоньку. А идет. Это нету махалки? Махалки, наверное, нету. Да, надо что-нибудь такое разве. Так, используем динамические тросы. Еще раз скажу. Так, вот я. Я к вечеру прихожу после съемок. Блин, у меня ноги болят, представляете, сколько вот так вот походить. Так, по поводу динамических тросов. Ссылочку оставлю под видео. Вяжет наш товарищ. Разные 16, 19, 22. Тянутся классно. Уже сколько, года 3 мы пользуемся. Ценник адекватный, работает супер. Вот. Смотрите, заказывайте, если кому надо. Хороший разгон. Нет, но снега, да, согласись, сегодня. Да, вообще до хренища. Просто жесть. Ну, настолько в автомобиле сложновато, если так самому да. Суваться. Только те, которые вот едут первые. Ну да. Но все равно, да? Как бы по приколу, адреналинчик. Да, да. Собраться, пообщаться. Конечно. Вот представьте, сколько снега. Сколько снега. Нет, кулак нормально так гребет. Да там не работает. Нет, нет, нет. Нет. Он на брюхе сидит. Вот, а мы здесь проезжали. Здесь земля. Вот, земля жесткая. Просто вот так вот. Сейчас Nissan нас будет вытаскивать. Динамочку зацепим. Потому что... Нам тяжко, очень тяжко. Стой, стой, Жень! Ага. Поехали, тихо. Нет, нет, пусть его вытаскивают вообще. А, пол? Да. Тогда вытаскиваю полностью. Лёх, назад, назад, поехали назад. Вытаскиваю полностью, Жень. Можно асфальт тащить. Ну не на так, чтобы до асфальта. Вот представьте, как трудно здесь проехать. Ну все, там-то уже мы с Алексеем, наверное, сможем сами. Ну а здесь, во-первых, глубина. Вот, земляной ком. То есть здесь все сидели вот на этом именно коме. У кого клевен повыше, тот более-менее проехал. Все, давай! Ну вот все равно, да, заметили? А, с блокировками как поинтереснее едет. Алексей! Давай еще, еще назад! Давай, давай, давай! Руль прямо, прямо! Еще, еще, все, хорош! Давай, топчи. Давай, давай, дай, дай, вот так. И еще давай, Лех, еще спускайся. Нам нужно развернуться. Еще, Лех, еще, еще, мало, мало. Все, все, оставляй. Отлично. Чего Леха решил? А, он ее хотел, хочет развернуть как-то по-другому. Посмотрим, давайте посмотрим, как Алексей у нас хочет развернуться. Ага.
Даса приехал, нам загородил дорогу. Так, подъемчик. Подъемчик есть. Ну что, Нива? Ну давай, давай. Ну, Даса, да, все, малина обосрал нам. Ну ты пробуй, Лех. Пробуй, пробуй. Ты пробуй. О, все, давай назад. Она едет, я говорю, просто Даса. Ну я, что, виноват, что он заехал. Давай, 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 давай. Назад, давай назад. Ну все, сейчас, я думаю, уже развернемся. Отлично. Засаживает по-хорошему. Алёха, давай! Давай, 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 давай! Вот так! Вот так! Отлично! Отлично! Ну и все, оставляй, Лёх! Да, закрывай окна! Так, вот смотрите, работа полного привода. Никаких электронных помощников нету, да? Нет. Нету, то есть... И вот посмотрите, как вот колеса у него вращаются. То есть крутится передняя правая, задняя стоит. Так, что здесь? Все, эти стоят. Крутится всего одно колесо. То есть там, где свободно дифференциалы, оно вот так и будет работать. Видите? На Ниве еще есть межосевой дифференциал, блокируется, где бы крутилось два колеса. То есть или эта сторона, или по диагонали бы крутилась. Вот, у Дастера, так как нету помощников электронных, вот, видите, одно колесо, вот вам и полный привод. Нет, это не Дастер такой, это вообще работа полного привода. Любого. Вот сейчас смотрите, тем колесам, которые легче, более разгружены, то есть по диагонали получается, видите, они вращаются. Вот, вот примерно работа полного привода на примере Дастера. Так, теперь Туарег, Ниссан. Все, ехали. Все, давайте, ребята. Давай, потихонечку. А то у этого. Алло, купили тортик, мясо у нас. Идем употреблять. Элитный шашлычок, да, даже? Премиум. А, премиум шашлык у нас. Какой-то, не знаю. Огонь такой жар не нужен, ну, да. Выложим на решетку. Давай, давай. Ну что, шашлык? Давай, давай, давай. Туда. Сейчас уже все. Нет, то, вы вытащите. Вытащите купаты, мы шашлык положим на решетку. Ну давай, я думал, что не надо, что пристали? Я не знаю. Что, готов уже? Почти. Сейчас. Вот сервус есть там. Еще раз вернусь. Чудо резина, интересно. Профиль высокий, хороший. Ну, тяжело, все равно тяжело туда пробиться. Вот Антоха. Есть на блокировках. Резина широкая. И тоже трудности. Всего лишь здорово. Ага, на небольшом подъемчике. Вот, смотрите. Так, так, все. Давай, 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 давай. Ну, то есть понимаете, да, что относительно магазин, ой, автомобиль подготовленный, с хорошей резиной и трудности. Почувствовали. Подготовлен автомобиль и стопор автомобиль. Здесь лифт тоже хороший сделан. Так. Два Митсубиши в Аджерике. Ну, не знаю, вот они стоят сейчас на подъеме. Подъемчик градусов 10. На камере это не передается, честно. Смогла до земли.
отлично. Красавцы. Самовар уже кипит. Будем угощаться, поздравляться. Палку. Спасибо. Это не мне. Вот ты елы-палы. А я же обрадовался. Ладно, у нас сегодня два именинника, у которых недавно был день рождения. До этого мы все здесь собрались в дружной компании. Все мы покатались немножко. Сейчас надо перекусить, ну, сил набраться, и думаю, поедем дальше. Теперь переходим к именинникам. Юля, ты у нас в группе недавно. Цвети так же, как эти розы. Пахни так же, как эти розы. Ездит так же, как эти розы. Сегодня в Ниве со мной катались. Вот. С днем рождения тебе. Спасибо. Здоровья. Остались такой же красивый. Ну и тебе вот еще такой вот. Презентик. От нас всех. Да, еще тебе подарили динамический трос. Да, трос. Да, все. Отлично. С днем рождения! Днем рождения! Вот так. Теперь переходим к мальчикам. Да, к мальчикам. Которые повзрослели у нас тоже. И тоже тут вот мы с группой скинулись. На открытку тебе. О, отлично. Мне как раз открытка нужна, ребята. Вот, открыточка тебе, Виталий. Может, спасибо. Куда ты ее будешь использовать? На лобовое стекло. Ясно. 007. Да. Все. Здоровья, Виталий. Всех благ, терпения. Спасибо, ребята, что собрались за поздравления. С днем рождения! Ура! Спасибо, всем спасибо. Так, тепленькие, давайте, салатики. В угол. Так, народу прибавилось. Давай. Вот! Ура! Победили. Итого, 3 человека, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 человек, 10 человек и тронули Ниву. Так, девчонки, начали. Так, желтые против. Так, держим. Упоры, раскачку. Так, правильно. Так, у вас против Поджерика. Пока ничья. Газуй, русские не сдаются. На пониженную перекатись. Так, Поджерик пока не сдается. У вас тоже борется, хоть пока без самоблоков, но борется. Все, молодцы, девчонки. Все, молодцы. Давай. Сейчас мы на УАЗе поедем прямо. Так, ну что, поехали. Военные мосты тихо заблокированы, да? Ой, заварены. Затравы. Ну, главное стекло не вышибить головой. Ёп, ну ёмара! Я напрягся, я думал, точно сейчас. Ну, красавцы. Вот это да. Седанчик попробует. Так, смотрим седан. А вот смотрите, давайте сравним. Резина, в принципе, одинаковая. Но здесь заварок нету, самоблоков ничего нету. И вот посмотрим, какой автомобиль выйдет. С учетом того, что этот у вас пробивал дорогу.
А тот уже идет по накатанной. Давай добро! На Дастере показывал, как работает полный привод. Видите? Вот на УАЗе то же самое. Надо больше назад ему, наверное. Что-то туда зря пошел. Ох, как он замерз. Это мы пока покушали. Все машины примерзли. То есть были горячие, сейчас примерзли. О, отлично. Сейчас седан будет съезжать в обрыв. Это слишком круто, хочу проверить. Конечно, круто. Я иду по яйца. Сейчас я тебя оттуда буду снимать, с той стороны. Ребят, я провалился по пояс. По пояс я сижу. Представляете, сюда УАЗ поедет. Ты, ну тут я не знаю, как здесь можно будет проехать. А, прикольно. Все, давай, погнали. Бум. Опа-на. Вот так вот, а тут земля. Вот это номер, да. Не проверили, а здесь земля, представляете? Вот это номер. А у тебя задняя лебедка работает? Да. Да. Это хорошо, что перед усиливал, он там лебедку ставил. Лебедочки. А у тебя задняя что-то хреново работает или нет? Ну, я починил. Починил? А ты в двух словах, пока идешь, что за лебедка? Лебедка протоп, ну вариация опять же на тему электрипинча. И вот хочется понять, вообще стоит переплачивать или нет. А примерный ценник? Ну разница с винчем в районе 3-5 тысяч. Ну вроде вообще в среднем сколько она? 9, 10, 15 тысяч? Ну вот у меня 12 500, 24 тысячи. А по тоннам сколько тянет, как там это? Ну 6 тонн, наверное. 6 тонн, да? 6. Ну давай цепляй, посмотрим. Давай. Стой! Давай! Ага, пошла. Так, вот такая лебедочка. Все, отходим. Тянем. Сейчас, подожди, я на тормоз хочу залезть. А то вдруг у меня пойдет. Бампер, походу, впереди сломали. Так, его не крутит лебедка. Ага, во, подтянул. Отлично. Ну, за счет лебедки только здесь выехать можно самостоятельно. Бля, это сол. Да, может, патрубок идет. Ну, в смысле, патрубок этот, как усилок, ну то все, все. Там нормально вылилось. Ну-ка. Да, льется, тосольчик. Там где радиатор, посмотри. Бахнул, наверное, как раз радиаторный. Наверное. То есть передом и задницей цеплять уже не будет. Ну, неплохо. С блокировочками это неплохо. Очень глубоко. Бах! Бах! Ну и все. Задние трубы. Он в них и уперся. Бесполезняк. Бесполезняк. Ну, в принципе, мы это и ожидали, что так и будет. Это полюбас. По-другому и быть не должно. Очень глубокий.
Хотя смотри, что-то качается тут. Во-первых, здесь кусты и ветки. И видите, как низко. Металлическая конструкция. Ох, я накопал. Да не, все уже. Бесполезно. Последние покатушки у нас завершаются. Всем участникам, ребят, спасибо за поздравления. С днем рождения. Покатались, провели время. Погода. Ну, где-то минус 9, минус 10. Чай попили, тортики поели, мяска поели. Покатались, побуксовали. И как и говорил, то, что после чаепития все автомобили завели и начали трогаться. И все прилипли. Мороз сковал, и автомобили не едут. Снега очень много. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Так, Антоха себе траекторию накатал. Сейчас будем пробовать китайца выдергивать. Ну, давай посмотрим. Отлично. Ну, единственное, что, как и любой автомобиль, не хватает просто клиренса. Так, едем, едем, едем. Ребята уже впереди все собрались. Основная масса, которая выехала. Здесь мы сейчас, наверное, встанем и подождем остальных.